В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза как море, словно ночь твои ресницы. Твои руки словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. А ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Всем приветик! И сегодня у нас мистер Кредо Медляк. Так, начнем с аккордов. И в куплете у нас такие аккорды. Короче, не важно. Первый аккорд CM DS. Потом идет аккорд А. Надо же объяснить, что зажимать. Значит, CM DS зажимается следующим образом. Четвертый лад зажимается весь указательным пальцем и безымянным пальцем. Значит, шестая струна, шестой лад, четвертая струна. Вот. CM DS. Дальше идет аккорд А. Зажимается на первом ладу вторая, третья струна, а на втором ладу четвертая. Значит, в куплете следующий аккорд идет FM DS. Значит, оставляем аккорд А, так же, как мы его и держали. И добавляем еще безымянный палец на втором ладу вторая струна. И на четвертом ладу первая струна. Это в куплете этот аккорд. На припеве аккорд Е. Я зажимаю аккорд так. Значит, первый лад четвертая струна, второй лад первая струна. И четвертый лад вторая, третья струна. Аккорд Е. Это на припеве, да? И последний аккорд Г диез. Значит, Г здесь, а диез мы просто смещаем все пальцы в нужную сторону. Значит, Г диез. Третий лад, первая струна. Третий лад, третья струна. И четвертый лад, вторая струна. И четвертую струну мы как бы глушим. Прижимаем палец большой, чтобы она не звенела. Ненужную нам, ненужную струну изолировали. Вот. Конечно, вам может быть неудобно петь в этой тональности. Это мне как бы удобно. Вы можете использовать перебор и бой, который я объясню. Но аккорды вы можете любые брать под вашу, подстраиваться под себя, под вашу тональность. То есть не обязательно использовать именно те аккорды, которые использую я. Вот, значит, с аккордами разобрались. Разберемся с перебором. Значит, на каждый аккорд я использую один и тот же перебор. Перебор следующий. Играем четвертую и первую струну одновременно. И играем 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. И все, это переставляем в следующий аккорд, играем так же самое. Следующий аккорд. И когда зажимаем Г, так как у нас это четвертая струна, она у нас не звенит, мы обходимся без этой струны. Хотя можете ее тоже играть. Она все равно не звенит. Перебор, в общем, простой. Мне так кажется. И, значит, припев. На припеве играется бой. Thank you.
как же его объяснить? Ну, по порядку, правильно? По порядку все надо объяснять. Я объясню по порядку. Значит, играем вниз. Она у нас довольно длинная. Потом вверх, резкая. И глушим. Должно так звучать. Что мы играем дальше? Потом опять вниз. Значит, вниз. Я сам не понимаю, что я играю. Значит, вниз. Длинная, потом вверх. Короткая, глушим. Потом вниз. Вверх. Вниз. Все правильно, я так и объяснил. Вниз. Потом вверх, короткая, глушим. Потом вниз, длинная опять. Вверх, вниз, глушим. И вверх, вниз, вверх. И переходим на следующий аккорд. В общем, никаких замудренностей. На каждом аккорде играется практически элементарный бой, если ты, конечно, умеешь его играть. Вот, я надеюсь, вы будете уметь его играть, так как вроде как я его объяснил. Надеюсь, у вас все получится. Я думаю, посидите немножко. Я попробую сейчас медленно еще сыграть этот бой, чтобы вдруг так зрительно будет понятнее, чем словами. Что-то неправильно зажимаю, но это же мелочь, правда? Ну и вообще на крайняк вы можете вообще по-своему играть. Зачем вообще смотреть мои видеоуроки, правильно? Я надеюсь, что все-таки я вам чем-то помог, ну или как минимум поднял настроение своим оптимизмом. Все, на этом все. Я рад, что вы меня смотрели. Удачи вам!